Но мне очень приятно присутствовать на этом матче и в зоне активности предматчевой. Безусловно, очень интересно. Подошли ребята к организации фан-зоны, к организации матч-дея. И, безусловно, мы видим и тульские пряники, тульские самовары, тульского кузнеца, тульских барберов, которые стригут уже людей. На самом деле интересно, что действительно и детские активности здесь, и активности для взрослых. Это, конечно, всевозможные мастер-классы по футболу, это всевозможные аттракционы футбольные, киберфутбол, который мы активно развиваем. Все очень интересно, много местных жителей и тех, кто приехал посмотреть на игру нашей молодежной сборной. Я рад, что такие активности происходят, и надеюсь, что в будущем, конечно, все будет активнее и серьезнее развиваться. Безусловно, наша молодежная сборная настроена очень серьезно на игру. Я ожидаю только победы, и обусловлено это тем, что основа нашей сборной, безусловно, ребята, которые играют в основных составах команд премьер-лиги, участвуют в Лиге чемпионов достаточно успешно. Я считаю, что мы должны побеждать, и нам эта победа очень нужна. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить тульских болельщиков и всех, кто принимал участие в организации этого матча. Ну и болельщиков, которые пришли и поддерживали нас сегодня на протяжении всего матча. Они нам, конечно, очень помогли. И огромное им за это спасибо. В целом, хороший матч провели. Выиграли с крупным счетом. Готовимся дальше. Следующая игра у нас настоящая, такая решающая. Не было установки не забить побольше, не поберечь силы. Была установка сыграть в полную силу до конца. Да? И, ну, получилось так, как получилось, как мы видели на поле. Сам да честитам на домакините за убедливата победа. Значи, ние очекувавме дека ќе биде многу тежок надпревар, затоа што се работи за навистина квалитетен противник и разлика во квалитет. Ние свесно го почнавме надпреварот со 4 играчи родени 1999-та. Значи, знаевме дека противникот е по-квалитетен и по-искусен, меѓутоа очекувавме дека ќе пружиме малце по-силен отпор. Добро го почнавме на преворот, имавме во првите 10-15 минути може би повеќе од играта, меѓутоа грешката за првиот гол придонесе понатаму да работите се одвиват во корист на домаќини. Эмоции позитивные, но уже мы готовимся к другой игре, самой важной игре, можно сказать, на данный момент в нашей жизни. Вот, она будет определяющей, выйдем мы в стыке или нет. Так что все мысли об этой игре с Австрией. Эмоции здесь всегда прекрасные. Здесь играется очень легко, потому что ты устал, не устал, ты бежишь. Потому что тебя болельщики поддерживают, и болельщики заставляют тебя бежать. Из-за этого всегда вот такая атакующая игра получается у команд, которые здесь играют, домашних. Ну что, приступили.